грусть от вас, потому что у всех своя жизнь, у всех свои планы, и, в общем-то, так спокойно они относятся друг к другу. Ну и мы с вами сегодня будем общаться как-то, да, с немцами. Вы слышите немецкую речь, может быть, кто-то в школе учил, не только в школе учил немецкий язык, может быть, что-то вспомните. Ну и, конечно, путешествие по каждой стране я вам рекомендую так, ну, стараться активно пользоваться языком той страны, в которой вы находитесь. Во-первых, это, ну, такое какое-то погружение в страну, в ее культуру. И, кроме того, это, конечно, увеличивает такой симпатию к вам, да, со стороны тех же немцев, там, или поляков, ну, и других последующих.